Друзья, мир вам! Хочу поделиться словом. Это Евангелие от Иоанна, 5 глава, 12 стих. Его спросили, кто тот человек, который сказал тебе, возьми постель твою и ходи. Я хочу напомнить вам, это история, где Иисус исцелил человека, который был парализованный и лежал в субботу. Иисус исцелил его. Интересно, что те люди, которые хотели найти причину и которые хотели осудить Иисуса, они видели лишь, что проблема это в субботу. Знаете, очень часто мы видим не то, что мы должны видеть в нашей жизни. Я хочу просто и молюсь о том, чтобы Господь открывал наши глаза, чтобы мы на самом деле были сконцентрированы гораздо больше на положительных вещах, то, что Бог делает посреди нас, то, что Бог делает в нашей жизни, нежели обращали внимание на какие-то негативные вещи. Пусть Господь благословит каждого из вас с миром Божьим. Аминь.